Всем привет, мои золотые! С вами я, лисичка Эльза! И смотрите, где я уже нахожусь, на верхушке адвент-календаря. Да-да, рядом с этой собачкой. А вот сегодня-завтра уже мы ее заберем, и у нас будет эта великолепная собачка. Наконец-то, ребятки, наконец! Мы дождались этого дня, 25-го, да, ребят? Вот, ребят, пишите обязательно в комментариях, собрали ли вы все вот эти вот аксессуарчики с этого адвент-календаря. Вот, пишите обязательно в комментариях. Ребята, сегодня хочу потрейдить, наверное, золотую единорожку, вот эту вот, она у меня райт. Ну, не знаю, просто захотелось ее потрейдить. Вот, пойдемте скорее на сервер и потрейдим ее, ребят. Посмотрим, что будут за нее давать. А перед тем, как я пойду ее трейдить, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео. И не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосики, ребят. Ну что же, гоу! Итак, ребятки, мой первый трейдик. И нам дают флайрайт Китсуне. Так-так-так, легендарочка, ладно. Прикольно, и она у нас флайрайт. Давайте дальше смотреть. А дальше нам дают райт рысь и вот эту каталочку. Вот, ну райт рысь у нас как бы, ну в принципе она же у нас олдовая. Ё-моё, я забыла. А, прикольный трейд. Вот, олдовый пет с того Нового года. Классно, классно. Так, ладно, давайте дальше смотреть. А, райт черная мышка и бычок красный. Ну, ребят, вот этот трейдик мне не нравится, если честно. А, вот, так что, не, на это я меняться не буду. Давайте дальше смотреть. Вау, 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 нам дают красные сани. А еще в придачу, смотрите, бизнес-обезьянка. Ладно, давайте подождем, может быть, еще что-то добавит. Красные сани. Ребят, пишите в комментариях, на что вы меняли красные сани. А обязательно смотри мой видосик, как я сразу их купила и на что я их обменяла. Это было супер-пупер. Так, ребят, смотрим. А нам добавляет еще совушку и дога. О, райт совушка, ничего себе. Райт пчелка, райт носорог. Ну, пошло-поехало. А, ну это он уже все. Это он уже все, это мне он не отдаст, конечно, он выставил, здесь хвастается. Вот, сейчас отклонит, смотрите, я даже галочку ставить не буду, вот, потому что, ну, точно человек отклонит. Такое, конечно же, не отдаст, ну, я же говорила. Так, ладно, ребят, дальше нам дают голдхорна. Ну, нет, одного голдхорна мало. Так, и дальше нам дают совушка и райт божья коровка. Ну, не знаю, ребят, пишите в комментариях, как вам такой трейдик. Так, 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 нам дают неон дога. Один неон дог, нет, это мало. Ну, добавочку надо. Это слишком мало, ребят. Нет, 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 давайте дальше трейдиться. О, нам дают флайрайт единорожку. Ну, это единорожка за единорожку, да. Хотя она и флайрайт, но она у нас кракнутого яйца, ребят. Вот, нет, не стала я меняться ни на что. Все, ребят, буду видео заканчивать. Вот такие трейдики у меня были. Обязательно подписывайся на мой канал. Вот, ставь лайк этому видео. И еще, ребят, пишите в комментариях, у кого есть золотая единорожка, на кого вы ее меняли. Вот, обязательно пиши в комментариях. Все, ребят, всех-всех вас люблю, обожаю, целую. И всем пока-пока-пока!